Иногда даже самым изысканным гурманам хочется побаловать себя фастфудом из киоска. Вовсе не нужно себя травить, ведь вы можете узнать рецепт приготовления буррито с курицей тут. Вкусно, сытно, быстро. Этот рецепт приготовления буррито с курицей родился у меня спонтанно, и я уверена, что каждая хозяйка сможет его усовершенствовать и дополнить так, как ей этого захочется. По сути, все компоненты в этой закуске можно изменить и заменить теми, что есть в хозяйстве. Желательно только оставить классику рецептуры, фасоль, острый соус и сыр, а все остальное – полная свобода действий. Приступим. Досмотришь инвидо, и я предложу записать список ингредиентов. Подписка на канал – гарантия свежих вкусных рецептов. Теперь о составе нашего блюда. Тортильи – 2 штуки, можно заменить тонким лавашом или блинами. Курица – 300 грамм. Фасоль консервированная – 200 грамм. Перец сладкий – 100 грамм. Соус чили – 5 столовые ложек. Сыр твердый – 50 грамм. Масло растительное – 1 столовая ложка. Соль – 1 щепотка. Перец – 1 щепотка. Количество порций – 2. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. Попробуйте и приходите рассказать о впечатлениях. Пока-пока.